Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Проклятое Сокровище 2, но это у нас Ultimate Edition. Да, именно ее вы попросили поиграть. Но начнем тогда мы все заново, потому что здесь, ко всему прочему, у нас и на русском языке. Давным-давно в 39-м королевстве жил-был темный властелин. Он очень дорожил своими камнями, но однажды на одну из его отдаленных пещер напали жадные до чужого добра людишки. Внезапное нападение. Башни враги камни. Защити свои камни от посягательств расхитителей, хороших героев. Строй башни на тайтлах местности того же цвета. Получай золото, уничтожая врагов и собирая монеты. Вы выиграете, если хотя бы один камень уцелеет. Понятно? Ага, вот у нас логово. Укрывшись в логове, славные орки метко поражают трусливых людишек стрелами. Победа или смерть? Склеп. Используя трупы как батарейки, склеп нежити накапливает до 3 зарядов, которые разом выпускает в будущие трупы. Человеческое тело создает биоэлектричество больше, чем аккумулятор в 120 вольт. И храм. Демонические храмы не тратят время на перезарядку, прожигая плоть врагов до костей огненным лучом. Слушай ты, Сим, тебя отвергаю, теперь почувствуй жгучую боль. Ну что же, тайтлы. Вот мы, ребят, ставим башни. В бой. Ну, ты понял, да? Крестьянин, слаб и жалок, но у любого сюзерена крестьян в достатке, и именно они первыми идут на убой. Дамы и господин, здоровье всего сороковник и скорость средняя у него по бегу. Так, это мы, ребята, будем, наверное, быстренько ускорять поединки, потому что здесь все и так понятно. Давай дальше в бой. Здесь мы разберемся, в принципе, без проблем. Твою налево, без проблем, блин. Так, рейтинг прохождения. В начале миссии на уровне есть 3 камня. Это точно. Если враг берет камень, а затем роняет его, камень все равно считается спасенным. Вы получаете рейтинг блестящий, если враг не унес ни одного камня. Отлично, если осталось хотя бы 2 камня. И хорошо, если остался всего лишь один камень. Я сомневаюсь, что этот крестьянин унесет что-нибудь. Улучшение башен. Башня получает опыт за стрельбу по врагам. Мигающая стрелка указывает на то, что башня набрала достаточно опыта для улучшения. Нажмите на башню, а затем нажмите на значок апгрейда. Окей. Блин, камень, конечно, рядышком тут лежит. Это мне вообще, ребят, не нравится. Так, крестьян стало чуть-чуть побольше. Блин, а сейчас у нас будут стражники, да? Стражник. Стражник защищен лучше крестьянина, но пивное пузо и желание сладко поспать мешает ему ходить быстро. Стража, стража! Кричит он там. Я могу что-нибудь... О, я могу здесь вот, ребят, поставить еще одну огненную башню. Слушай, а мы сможем с ним справиться-то хоть? Мне не нравится вот это вот. Твою налево, блин. 120 надо. Пылающий метеор падает с небес и выжигает всех врагов в указанной вами области. Не забудьте злобно рассмеяться после применения метеора. Кузнец отличается богатырским здоровьем и медлительностью. Придется постараться, чтобы остановить эту тупую гору мяса. Так, перетяните, понятно, перетяните на врага. Блин, он если камень-то мой прихватит, что же будем делать-то мы? А ведь он его прихватит. Башня, 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 бомби. Я надеюсь, он не утащит этот камень наш. Не хотелось бы свалиться на первом этапе. Есть, убей чемпиона, получил медаль. Ну что, мы получили, интересно? Да, ребята, у нас 3 звездочки. Используйте очки навыков, чтобы улучшить башни, заклинания и получить прочие бонусы. Так, удешевляю следующую башню того же типа на 2 золота. Фигня какая-то. 40 маны в начале миссии. Такое себе. Плюс 20 золота в начале миссии. Плюс 20 золота. Слушай, вот это вот, наверное, будет круто. 40 золота, 60.
60 золота в начале миссии, далее идет 80. О, подожди, а это что такое? Брошенные камни ползут в пещеру со скоростью 0,3 тайла в секунду. Ать, я не могу, да? Ладно, возьмем, друзья мои. Мне нужно, чтобы камни у меня возвращались в мою башню. Разведка. Король королевства приказал принести ему в дар 3 драгоценных камня, любой ценой. К сожалению, пленники закончились быстрее, чем вопросы. И надо добыть их еще немного. Благо, они сами стекаются к ближайшей пещере. Возвышенность. Можно построить башню любого типа на тайтле «Возвышенность». Радиус поражения башни, построенной на возвышенности, увеличится на 50%. Старайся занять эти выгодные высоты в первую очередь. А, здесь можно любую башню поставить. Давай, допустим, я сделаю так и... И вот так. А здесь поставим... А здесь только лесную, да, можно поставить? Ну, давай. А здесь же еще у нас есть рудничок. Посмотрим, как тут будет все это у нас работать. Так, пока у нас идут крестьяшки. Эй! Падает там, визжит, что там еще. На тебе. Захват зданий. Здание можно захватить, чтобы получить бонусы и лишить врага преимуществ. Бегающий значок показывает, что у вас достаточно ресурсов для захвата здания. Нажмите на здание, а затем на значок захвата. Захватывайте здание несколько раз, чтобы получить максимальный бонус. Понял? Золотой рудник – традиционный источник золота для правителей. А если его захватить, то и для темных сил. Тружусь всю ночь, тружусь весь день. Счета оплачивать не лень. Вот такая вот поговорочка у него тут. Ну что, в бой? Я вот думаю, наверное, нам... Что мы тут можем поставить? Еще одну башню, да? Лес и вырубка. На тайтле с лесом строить нельзя, но выход есть. Нажмите на тайл с лесом, затем выберите иконку «Вырубить». Теперь можно строить башню и здесь. Но это мы уже поняли. Это мы уже поняли. В бой. Кто там у нас? Угу, стража. А эта башня что? Ну, давай, родная. Есть. Так, тут-то что у нас? Блин, не хватает. Не хватает денежек. В бой. Разбойник. За награду возьмется за любое сомнительное дело. Мало того, что он быстр, так он еще и может ускориться. Кошелек или жизнь. Ты хорош там ускоряться, парень. Разогнался, блин, ты посмотри на него. Логово снайперов. Снайпер набирает самых везучих орков. Иногда у них получается попасть в уязвимое место врага и нанести двойной урон. Впечатляет. Морозный склеп. Лаборатория низких температур значительно улучшила склеп с помощью дополнительного заряда, замедляющего врагов. Зима близко. И храм зрящего. С вершины своего храма зрящий может следить за двумя жертвами сразу. Следить значит уничтожить. Его взгляд пронзает облака, мрак, землю и плоть. Вот так вот. А сюда, блин, можно, конечно, поставить, но не хватает нам монет. Гварды пошли. Блин, ну, слабенький заряд, если честно. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Так. Давай, вторая башня, подключайся. Блин, 150. Тут ледяная башня может еще построиться. Так, в бой. Рыцарь. Доспех частично защищает рыцаря от повреждений. К счастью, этот кусок ржавчины можно сломать. Пусть бог дарует вам рыцарскую удачу и благословит на победу в битве. Вот так вот. А сколько нужно для улучшения? 50. Ай-яй-яй-яй, куда он побежал, куда он ломанулся?
Да ну нафиг, хорош. Он же сейчас тут разгонится. Он разогнался, ребята, и потащил наш кристалл. Мне не нравится это все. Так, кто у нас там дальше идут? Гварды. И вот эту башню, если бы улучшить, было бы вообще четенько. Сколько у меня вообще маны? 150 из 500 доступных, да? Не дойдешь ведь, гаденыш. Нет, конечно. Так, 130. Сейчас так-то у нас. Сейчас будут у нас воришки. У меня манны, в принципе, есть, ребята, на один заряд. Да, на один заряд есть. Так, 5 стражей сейчас пойдет. Проапгрейдьте башню до 3 уровня. Так, я вот не знаю, стоит ли мне сейчас, сейчас применять или не стоит. Не дай ему утащить, есть. Так-с, морозный склеп, друзья, я прокачал. Это еще кто такой? Скиталец. Умелые разбойники становятся известными скитальцами, с которыми справиться тяжелее. Неумелые же быстро погибают. Эй! Он бежит, 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 друзья! Есть! Не утащил он, не утащил он камень, ребят. Фух, 3 звездочки. Так, у нас с тобой 4-й ранг, навык есть, 6 очков. Вот это я хотел, да? Брошенные камни ползут в пещеру со скоростью 0,03 тайтла. Подожди, а что тут еще есть у нас? Дает дополнительные 10% хп при победе в миссиях. ХП. Нет, не ХП, это опыт, наверное. Экспириенс. Так, 20% шанс, что из противника упадает две монеты вместо одной. О, как. Вот это надо брать все-таки. Это я возьму. Так, еще 4. Дает дополнительные 10% опыта. Уменьшает манна стоимость заклинания метеор. Падение метеора оставляет на земле тлеющую лужу на 5 секунд. Она наносит урон врагам, наступающим в нее. Давай вот это, наверное, возьмем. Так, сколько нужно? 3, да? Урон, наносимый башнями, построенными на возвышенности, увеличивается на 10%. О как. Ну что, друзья мои, третья миссия. Сюрприз. Мы-то думали, что король собирает камни для того, чтобы проникнуть в тайны темной магии и использовать ее в своих коварных планах. Но нет. Пленники поведали, что этот недалекий человечишка хочет изготовить примитивные украшения из золота и украсить их. Ничего себе, захотел чего. Ну что, я не знаю, наверное, здесь... Давай, наверное, я вот так вот сделаю. Так, рудник есть. Они же тут пойдут со всех сторон, да, насколько я помню. Именно что со всех сторон. И отсюда, и отсюда. И оттуда, и отсюда, да? Пока хватит, наверное. Крестяшки побежали. Ну что, пока ускоримся, наверное. Думаю, что они тут не пройдут. Я надеюсь на это, что не пройдут. Лучник! Есть! Слушай, ну уже проходит, блин.
Потихонечку, но проходит. Тут сложнее, блин, чем, ребят, в этой версии на Android. Может быть, мне, конечно, так кажется. По-моему, нифига мне не кажется. Я переиграю, ребят. Фига себе, он просто взял уже и стырил камень. Просто стырил камень. Я вот не знаю, что тут лучше сделать. Все-таки поставить лучников или еще одну огненную башню. Ну, огненную башню, понятно. Так, а здесь? Ладно, попробуем таким вот образом. Но башня есть. 200 манны нам нужно, да, чтобы... Это воришки сейчас будут. Фигня получается. А, вон, смотри, смотри, смотри. Камень потихонечку, ребята, потихонечку, потихонечку ползет. Так, опять крестьяне. Тут чисто крестьяне будут? Не дайте им дойти! Фью! Так, кристалл у нас потихонечку-потихонечку продвигается. Ёк-макрёк, а тут крестьяне и стражники все подряд. Эй! Куда он идет? Ну ты посмотри, а. Это что, это называется нормально мы с тобой брали? Да фигня это полная. Давай, 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 выжигайте, выжигайте, выжигайте этих гаврюш. Последнего, последнего жгите. Есть. Так, скоро у меня накопится 200, уже накопилось, то есть один удар метеора у меня все-таки будет. Один удар метеора. Замечательно. С какого перепуга ты побежал, ты паразит, ты таки, а? Есть. Это у нас двойной, да? Двойной взгляд, блин. Это что у нас такое? Череп. У людей и некоторых других существ есть ценный магический ресурс череп. Собирайте черепа, чтобы творить великие заклятия. Увы, бедный Юрик, я сдал его Горацио. Так, и дальше что у нас? Опять три вора пойдет. У нас черепов-то мало. Почти вернул, друзья мои, все свои камушки обратно. Блин, все равно как-то она медленно жарит, ребят. Ну, вроде кажется, да, хорошая должна быть башня, да?
Ну, медленная. Ну! Есть. Так, прокачать, не прокачать? Давай прокачай, фиг с ним. Пригодится, я думаю. Так, это снайпер, да, у нас? Эй! Не вздумайте его отпустить! Твою налево! Что там, следующий бой? Кто? Блин, два кузнеца. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что вы, блин. Ну жарьте вы в конце-то концов. Ну видите, что ползет охламон обратно. Он же сейчас убежит. Так, теперь вот с этими двумя. Как тут с ними, блин? Давай, 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 в башни. Есть. Фух. Твою ж дивизию, ребят. Все у нас получилось. Так, блин, ранг 4 до сих пор еще. А почему навыков мне не дали? Эй. Странно. Ну что, друзья мои, 4-я миссия. Последний бой генерала. Теперь все ясно. Королева желает 3 новых перстня для левой руки, по перстню на каждый палец. Ходят слухи, что она лишилась пары пальцев, когда была принцессой амазонок. Король пойдет на все, чтобы угодить ей. И вот сам генерал лично вышел на бой. Сделаем этот... Что сделаем этот? Сделаем этот бой, наверное, хотел сказать. Город. Цивилизованные жители королевства живут в городах. Цивилизованность включает в себя кабаки, трущобы воров и ленивых стражников. В начале каждой вражеской атаки посылает в бой дополнительных крестьян, стражей, воров и бардов. Уменьшает количество атакующих на 25% и дает 150 золота. То есть это если мы переманим. Колодец маны. Таинственные колодцы маны раскиданы по всему миру. Непонятно, как они работают, но если такой захватить, то мана будет накапливаться быстрее, увеличивая доход на единицу маны. Вот оно как, да? Ну, допустим. Блин, нам же еще эту штуку надо как-то захватить. Эх. Ну что, в бой? Ну, вначале крестьяне тут, понятное дело. Ёпарасоте. Давай, 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 давай. Это только один. Два луча. Отлично. Ну что, следующий бой. Баллиста крайне неточна, но точность ей не нужна. Мощный взрыв снаряда кого-нибудь да заденет. Бах. Склеп страха. Стоит добавить в персонал склепа выпускника кафедры ужаса, и каждый выпущенный снаряд получает шанс обратить в бегство врагов. Хранить... Так, страх хранит глубже, чем меч. И храм Инферно. Пламя тоже живое и ненасытное. Оно сожрет сколь угодно много существ, оказавшись на территории его храма разом. Оставь надежду всяк сюда входящий. Окей. Ой, а чё-то... Блин, ну да, конечно же. Да ну хорош, ты что так медленно-то вы жарите? Представляешь, дошел все-таки, а? Он дошел и подтащил камень, ребята. Фу, благо он его далеко не унес. В бой. Камень пускай улетает пока. Блин, я еще и про этот склеп-то забыл. Тут же деньги мы зарабатываем.
А манна, конечно, вообще, ребята, еле ползет у нас. И почему-то эти крестьяне не оставляют золото. Начинают оставлять только гварды. То есть крестьяшкам не положено, да, носить с собой деньги. Опять гварды. Не, вот эта замедляшка, она хороша, ребят, на самом деле. Но страх тоже хорош. Когда их обращаешь в страх, они убегают. Блин. 125, мне не выкупить никак, да? Давай, храм зрящего, два луча сразу же. Есть. Так, кто у нас? Блин, да вы задостали вы уже. Блин, кузнец ползет. Чё ж золото-то мне не оставляешь, а? Хмырь ты болотный. Твою дивизию. Давай, замедляйте его, ребят. Ты посмотри, он идет им просто по барабану, ребят. Все, эта башня до него не достанет. Упал. Так, а тут же будет генерал, насколько я помню. Да. Летающие враги умеют преодолевать водные преграды. Но они не могут летать с камнем. А, с камнем им придется обходить. Орден Валькирии, элита королевских войск. И не зря эти спесивые воительницы умеют летать. Со всех сторон я видел, как слетали с Валькирии, готовы вступить в ряды богов. Умеют преодолевать, но с камнем не умеет летать. То есть, понимаешь, да, в чем преимущество? То есть, это, конечно, можно назвать преимуществом. Так, дай-ка... Оу! Я ее и не увидел! Твою налево! Они все-таки прошли здесь. Фиг вам! Так, воришек здесь бомбить, пожалуйста. Я Балису сюда поставил. Я не знаю, зачем я поставил. Кого-нибудь да заденет, говорит. Так, друзья, манна полностью у нас восстановлена. Куплена, точнее. Это тоже взято полностью под наш контроль. Кто у нас там дальше пойдет? Блин, медлительно, действительно, ребят, очень медленно она работает. Вот эта вот баллиста. Очень медленно работает баллиста. Так, два рыцаря. Да фиг там два рыцаря. Там не только два рыцаря. Там еще и эти девчули-летули, блин, так назовем их. Так, она все-таки захватила, блин, камень, а? Поставим снайпера здесь, фиг с ним. В бой. Это этот. Хотел сказать, путешественник, ну ты понял. Скитались, блин. Есть. Так,
Великие заклятия. Можно использовать великое заклятие, если у вас достаточно черепов. Нажмите на иконку великих заклятий и выберите нужное. Соберите черепа, которые остаются от врагов. Мне нужно, чтобы камень у меня ушел. Так, ну давай посмотрим, что у нас тут. Да нифига, у меня не хватает ни на что. Есть один небольшой, ребята, плюс для меня. У меня накопилась манна. На суперудар, вот на что. Так, выпадение предметов. Иногда из врагов выпадают полезные предметы. Собирай золотые бутылки манны. Если нажать на магический свиток, его магия сработает на всех ближайших врагов. Нажмите на свиток удержания, и враги рядом с ним временно замрут. Временно замрут. Так, воришки. Так, ну эти воришки не пройдут. Надеюсь. Да, тут классно бомбиться. Уже замечательно. Этот свиток, ребят, специально не буду пока трогать. Мало ли он где-то нам пригодится. Я, правда, не знаю радиус его действия. Насколько он далеко действует. Так, опять эти папандополы здесь. Так, это еще и летающие валькирии, да? Ко всему прочему. Давай, не отстаем, не уступаем им. Есть. Такс, что-то мне подсказывает, что надо еще поставить одну башенку. И вот здесь рыцари. Рыцари круглого стола. Ну да, она не очень метко, ребят, бомбит. Она как бы массово поражение наносит. Видишь, башням приходится разделяться. Либо бомбить либо по этим. Когда особенно их очень много. Нет, не позвольте ей. Все равно ведь проходит, а? А почему я не могу вот этим? Интересно. Боссы. В последней миссии каждой области вас ждет сражение с боссом. Босса надо уничтожить любым способом, а не то он схватит и унесет все камни разом. Генерал. Наместник Медошвиры, исполненный властью и роскошью. Однако, несмотря на складки жира, он все еще сильный боец. А еще под его началом есть множество рыцарей и валькирий. За короля. Вот такая вот, ребята, трихомудия. Сейчас начнется, блин. Вот он машет, вызывает. Куда бежишь, голодранец? Так, у меня же достаточно, да? Замечательно. А что же они маннут? А, нет, оставляют. Видишь, защита, блин, стоит у них. Какая-то, не знаю, там, святая, не святая. Еще валькирии же должны, по-моему, быть. Ай-яй-яй. Он уже полпути прошел, ребята. А вон и валькирии идут. Ты серьезно, блин, сейчас? Так, он сюда подойдет, ребят, сразу будем активировать.
Свиток, я имею в виду. Пускай стоит здесь пока. Еще свиток. Вот он идет, 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 гаденыш, все камни забирает. Но мы его не выпустим, ведь верно же. Ребят, я надеюсь, мы его не выпустим, а? Я не хочу, чтобы мы его выпустили. Мы не имеем на это права, ребят, не имеем на это права. Есть! Убить босса генерала. Пройдите блестящие древние там миссии. Чух. Три звездочки, как с куста. Ух ты, ну, а, новый режим, друзья мои. Это доступен ночной режим. Помните, мы его проходили? Так, сколько очков? Три. Что мы можем здесь? 40 маны в начале миссии. Что, так, давай вот это, наверное, монетки. А это у нас уменьшает затраты маны при вырубке леса на 8%. Ну, мало как-то, но все равно, ребят, пускай будет так. Ну что, пройти, что ли, этот ночной режим? В ночном режиме можно строить башни только на освещенных участках вокруг пещеры и других башен из захваченных земель. Ну, то есть, понял, да? Другого нам здесь ничего не дадут. В бой. Погнали. Опа, не зря мы, кстати, с тобой взяли вот эти вот монетки. Это очень круто. Закрыто. Понятно. То есть вырубить не можем. Замечательно. То есть вот все, что у нас стоит, и это все, больше никаких поблажек, да? Ну куда ты потащил, а? Хмыреныш. Блин, так гварды. Такой обстрел. Жесточайший. Но есть. Сейчас ведь стырит, а? Почему у нас так башни медленно прокачиваются? Я хочу еще поставить башню. У меня и деньги вроде бы как есть, все. Ах, твою налево. Сейчас я еще в него бомбану, ребята, заклинанием. На тебе. Вот и все. Получите рейтинг блестящий в ночном режиме. Звездная ночь. А за то, что мы проходим, мы тоже получаем очки. А вот это вот уже хорошо, ребята. Давай-ка я, наверное... Это что такое? Так, уменьшает стоимость на 10%. Изучи какой-нибудь навык полностью до 5 ранга. Хе-хе-хе. Так, ну что, у нас остается 5-я миссия. Поехали. По ресторанам. Holy Mountain, земля храмов и крепостей. Отсюда начнется крестовый поход зла против жадности. Для начала нужно захватить плацдарм в этих заснеженных складах. Посмотрим. Да, а вон то место с уютной таверной и пещерой подойдет. Хе-хе-хе. Таверна снабжает проходящих мимо людишек напитками, пополняя их здоровье. Но стоит ее захватить, и она не даст врагу ничего, кроме пустой бутылки. Да уж. Нам надо хотя бы вот так вот сделать, да? Че, все что ли у меня закончилось?
Так, ну одного крестьянина-то, я думаю, мы успеем запинать. Как думаешь? Да ну ты серьезно, что ли? Вот это да. Вот это мы, блин, сыграли. Ладно, сделаем немножко по-другому. Две башни, я надеюсь, достаточно будет для одного крестьянина. Есть. Так, еще манна здесь. И это. Точность монет. Так, тут у нас ужас. 100% пугающие заклинания, разбросанные на кафедре ужаса, пугает всех врагов в указанном радиусе. Кроме того, это заклинание убирает негативные эффекты из башен в радиусе действия и защищает их в течение 3 секунд. Самая старая и сильная эмоция человечества – это страх. Да уж. Так, ну хорошо, что нам тут пока помогают. Помогает нам таверна, по башке им наяривает. Есть, не дошел, чувачок. Не дошел. Блин. Допустим. Ползет, ползет кристаллик обратно. Так и надо, чтобы он полз. Блин, нам надо еще и этот прокачать как-то. Манну. Так, ну этого мы накажем, да? И этого наказали. Угу. Кто у нас там будут сейчас? Ага, и воришки, и эти. Ну, башня, бомби, 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 отлично. Есть. Так, этот цветок я трогать пока не собираюсь, не хочу. Блин, тут опять эти два жулика, мелких воришка. Ну, если что, придется цветок применять, ребят, ну а что делать? Так, этого-то запинаем здесь. Ну, в плане, блин. Это что еще? Бездельник и пьянчуга. Со своими песнями он придает силу, ускоряет союзников. Блин, ну все, я вспомнил, ребят. По башке-то будут получать они или нет сегодня? Не утащил. Да, но тут еще один. Тоже не утащил. И успел их чуть-чуть, ребята. Ну! Ну ты вот сейчас серьезно вот это вот все. Не, ребят. Не канает такой расклад. Вообще не канает. Так, друзья, ну что, поехали. Начнем потихонечку. Сделаем так. Так. И так. Купим манну. И все, пока. Поехали. Бежит крестьянин-голодранец. Добегался. Так, здесь можно? Можно. Да ну хорош. Блин, успевает все-таки пробежать, а это посмотри на них. Так, 150 монет здесь. Вот так вот. Кто у нас там пойдет? А я могу сюда? Могу.
все равно успевает дойти и захватить кристалл. Ну, посмотри на него, а. Так, 200 маны нужно здесь, 150 голды. И эта штука еще помогает им. Добегался, да? Тоже добегался. Еще один крестьянин. Блин, сюда нужно очень много денег. От слова вообще много. Сотку. Угу. И еще 125. Блин, а у меня маны нету. Как я с этим буду сейчас с гавриками здесь, с бардами бороться. Если они тут друг друга, блин, Так. Ать. Не получилось. У бардов, ребят, не получилось вынести. Ну а что еще могу сделать? Эй! А этого-то? Все, отлично. Так, дальше еще. Дальше еще не легче, да? Все, это нейтральный статус получается у этой фиговины. Кристалл наш почти на месте. Так, опять... А, тут крестьяне с гвардами идут. Ага. Блин, вот эти вот... Ну, давай, 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 ребят, ну... Блин, не знаю, баллисту зачем-то взял. Так, а вот свиток это хорошо, ребят. Свиток это... Свиток это нам пригодится. Так, дальше, блин, а потом кузнец пойдет. А потом пойдет кузнец после этих крестьяшек. Но хотя бы это молчит. Но лучше бы она нам помогала. О! Всевидящее око. Или как он там, блин? Так, дальше кузнец. Дальше пойдет кузнец. Так, оглушает кузнеца. Блин, я вот сюда не знаю, ребят, ну стоит ли мне сюда вставлять что-нибудь? Вот сюда. Или лучше здесь что-то поставить. Так, мы его, естественно, сейчас... Да, надолго это не задержало его. Кузнец, ты завязывай давай. Чу. Твою дивизию, ребят. Неужели мы один кристалл, скорее всего, потеряем? Я не успел, ребята, спасти один кристалл, к сожалению. Утащили его. Да тут еще неизвестно, сколько у нас утащат кристаллов. Это пока один. Но здесь очень хорошо и быстро так разобрались с ними. Давай поставим еще одну огненную. Здесь пока ничего. Если что, у меня есть один страх. Полностью прокачали, да?
Да куда ты там бежишь, блин? Пугало огородные. Вот сюда надо, наверное, еще одну башню поставить все-таки. Так, это у нас монахи. Ага. Есть. Готов. Ай, это хорошо, ребят. А дальше у нас скиталец. Скиталец — это плохо, он тут не один еще к тому же. Хе-хе, не утащил он, не утащил кристалл, ребят. Замечательно. Блин, 5 бардов. Ты серьезно? Блин, мне тут одного барда хватает. 5, блин. Давай, давай, в каждого жарьте. Чтобы им было пусто. Один там что-то подорвался, как-то побежал там быстренько так. Есть, не добежал он. И это хорошо. Еще одну баллисту возьмем. Так, стражи. Или как там, гвардейцы. Пускай их прям тут вот наказывают. Ну, барда-то шлепните, есть. А этот может сейчас побежать, он бежит. Споткнулся, правда, он там немножечко. Есть контакт. Дальше еще 3 рыцаря. Дай-ка вот сюда, наверное. Ага, не хватает денег. Давай, 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 давай. Прожигаем, прожигаем, прожигаем этих бардов. Смотри, смотри, бежит голодранец. Оп, уничтожили его, отлично. Да ну нафиг. Серьезно, что ли? Фух. Это опять монахи, что ли? Давай, давай, правильно, замедляха их всех тут. Ну, этого-то. Про этого-то не забывайте, блин. Есть. Так, 4 кузнеца. Ух ты. Супер какая-то баллиста, ребят, получилась у нас тут. Свиток. Этого монаха, да-да-да, так, замечательно. Ты посмотри, а. Идет ведь в наглую. Да неужели прошли? Да, друзья, но один кристалл все-таки мы не спасли, к сожалению. К сожалению, блин, это меня бесит прямо аж. Ладно, я перепройду чуть позже, ребят, конечно же. Ну что, большие города. Трусливые жители попрятались за стенами своих городов. Как интересно, на днях мы выкопали из могилы известного полководца, и он предлагает хитрую стратегию. Поместим камни в одну из пустующих пещер и выманим жадных людишек. Кладбище. Огромное нетронутое кладбище – это просто целая электростанция для нежити. После захвата оно будет действовать как огромная башня, накапливая и посылая во врагов заряды. Ничего себе, это вот это вот? Ху-ху. Так, ну что, вот у нас кладбище. Давай...
Ну, давай сюда лучников поставим. Ага. 150 нужно маны. Как тут лучше сделать-то? Наверное, сюда. И все, пока. Больше ничего не хватает. Ну что, поехали. Опа. Маночка есть. О, смотри, она, видишь, заряд выпускает электрический. Как электрическая башня. Нормально. Еще прокачиваем. Ну да, все очень даже круто. Блин, надо что-то все равно еще поставить. Что-то надо еще. Вот сюда, может быть. Ну давай, пускай будет ледяная башня здесь у нас. Эх. Понятное дело, воришки, ребята, ускоряются. Хм. Так, этот кристалл надо убирать. Так, если вор вдруг подойдет, ребят, нам придется, наверное, его пугать. Есть. Так, ну здесь вроде бы получи... Блин, далеко утащил камень. Все, ребят, эта башня полностью наша. Твою налево, монахи. И барды. Да не позвольте вы им. Башня, ты... Есть. Так, 4 гварда. Сделаем. Не надо подходить к моим кристаллам. Фух. Так, а дальше у нас пойдут эти валькирии. Двести монет. Давай попробуем так сделать. Оу-ё! Пускай бегут в обратном направлении. Так, ледяная, да? Нифига себе, как хитро там придумали. Они, конечно, совсем вылетели, откуда я их и не ожидал. Не надо. Так, здесь баллисту возьму. Не знаю, почему-то она мне больше нравится, ребят, чем что-либо там другое. Хана тебе, парень. Так, опять барды. Да почему так ускоряетесь-то быстро, блин? Пипец. Просто пипец, ребят. Один утащили у меня кристалл, ребят.
Один все-таки утащили. Твою налево, блин. Их тут еще дофига и больше. Это еще кто такой? Храмовник. Храмовники — это офицеры ордена паладинов. Кроме защиты от злой магии, храмовник может временно усилить свою броню. Я рыцарь без страха и упрека. Я меч истины. Меч истины он, блин. Чего? Чего? Чего он делает, ребята, блин? Он замедлил мои все эти. Я в шоке. Все, ребят, короче, похитили у меня кристаллы. Все причем, блин. Все кристаллы мои потырили. Да. Да, друзья, вот такая вот штука. Ну, понятное дело, что здесь скиллы нужны, все это. Так, уменьшает затраты маны при вырубке деревьев. Вот что мне нужно было делать. Маны вечно ее не хватало. Ну что, друзья, давайте, наверное, мы с вами на этой ноте закончим сегодняшнюю серию. Обязательно продолжим уже в следующий раз. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.